Как проходит допрос прибоя, Аня? Просто прекрасно. Джозеф уже и не так был сильно побит своим дядей Яхом. Я не знаю почему, но Ях прибой чем-то напуган. Это все, что мы сейчас знаем. Нет сомнений, что именно Ях все контролирует. Он организовал похищение боеголовки. Когда Джозеф был похищен, эта боеголовка все еще оставалась у Яха. Она еще не была доставлена по назначению. Да, еще один успех Дэвида Джонса. Да, молодец. Тогда давай разберемся и с этим. У Яха во владении есть более 50 зданий и складов. Боеголовка может находиться в любом из них. Однако Ях прибой использует несколько военных секретных каналов связи. Джозеф дал нам коды этих каналов, и мне удалось установить источник сигнала. Если я смогу проникнуть в сеть, то получу доступ к личным разговорам Яха, и я смогу узнать все, о чем он говорил, включая то, где находится боеголовка. Проникни в этот центр связи. Направляйся к этому куполу. В нем находится главный компьютер. Они отслеживают все сигналы связи. Когда ты запустишь вирус, все остальное сделаю уже я. Ой, ты, наверное, захочешь после этого эвакуироваться. Погода не меняется, небо очень облачное. Может быть, завтра пойдет снег. Постарайся сделать все как надо, Джонс. Так, ну что ж, приступим. К ликвидации упырей. Живучий, сука, однако, да? О, блядь, падла, нахуй. А хули я сейчас оттуда зайду? Патронов маловато, надо искать новые патроны. Оружие, калаш, что у них там, с чем они бегают, блядь. С калашом зачастую. Так, один у входа стоит. Ну а хули они мне всего обойму дали? Что с этой обоймой, блядь? Нихуя не сделаю уже, блядь. Заебись. Кто? Калаш наповал, сражает. Thank you.
Сука, закрыто, блядь. Ну-ка, подожди. А там у нас ничего не открывает дверь. Делай хакер, да? Камеры охраны отключены в течение 2 минут. А, да это хуйня, я их могу и так посрубать, какая разница. Что, давай туда наверх поднимемся, посмотрим, что там. Пистолетные патрончики. А лазарет с аптечкой. Ну, замечательно. Что может еще лучше быть? Никто меня встречать не будет здесь? Так, а как мне отсюда спуститься? Я дико извиняюсь, блядь. А, во. Прикол. Камеры я и так позбиваю, это хуйня. Это вообще не проблема. Блять, ну вы чё, ебать, нихуя себе. Откуда вы взялись-то? О! Блять, да получается они меня это. Нихуя себе! Блять, они меня на камеру что увидели и узнали о моем местоположении. Но это нонсенс. Для 2000 года это вышка, да? Блять, теперь они сейчас все сюда бежать будут. Ёбаный в рот, блять. Вот это я, конечно, жару дал, да. Сука, в смысле? Во, блять, патрон-то хуй. Бля, одного, по-моему, тут грохнул, у него должен быть калаш. Ага, есть еще. Блять, сюда. Сюда говнарик пришел один.
Сука, пока ты на эту вышку залезешь, ебаным рот, блядь, нахуй убьют раз 50, блядь. Вот тебе и хаю. Куда хоть лезет, ёба, заебали, блядь. Того, ну, того нахуй, наверное. Мне кажется, тут тройная тревога начала работать. Ладно, хуйня. А ты что, не сдох? Ладно, пойдем дальше, но нахуй. Так, а как туда пройти, блядь? О, патронами подзакинулся так, как надо, нахуй. Мины. А что, взрывать что-то надо будет, да? А что я взял? Получен сигнал. Да сигнал интересный. Ну упокой, братишка. Сегодня не твой день. Хилиться надо, бля. Где калаш, бля? Ты нахуй мне пулемет, мне калаш нужен. Так, ну и чё, а? Сука, а где эту тревогу ебаную выключить? Она заебала нахуй. Она всё сюда. Там у нас сразу два челика получается. Раз и всё. Упор лёжа принять нахуй. Подох. Молодец. Так, как отсюда выйти? Блять, выхода не вижу. И чё? О, сука.
Не, зря сюда пришел, блядь. Маханулся бы, бывает. Может, найду кнопку, блядь, по обратному пути, которая сигнализацию-то затыкает, ебаная. Должна где-то тут быть. На стенку смотреть, где кнопка сигнализации. Сука, как вы, блядь, на ту сторону попасть вообще? А, наверное, тут. Да хуй с ним, пусть он рычит, ебать, его рот. Я всех убил. А, вон, нашел. Все, все, нашел, все путем. Все, теперь я хоть эту хуйню не слышу, хоть что-то радует. А, не открывается купол. Не открывается. Так, теперь мне туда. Бля, там дохуя народу, блядь. Поаккуратнее надо, блядь. Так, один на крыше, двое около площадки, один не, один около казармы. Хорошо. О, хуй прорисовывается, блядь, ну да. Кстати, в казармах дохуя людей может быть. Ха, убежал, блядь. Сдох вроде. Бля, там еще один. Вроде как готов, но я знаю то, что туда надо идти, потому что других локаций здесь нету, но. Фабрика вроде никаких нету. Патронов ничего такого. А тут то же самое. Картах потихонечку. Так, это второй этаж, тут чё? Ничего, собственно говоря, нету такого.
Так, тут компьютеры все выключены. Значит, мне, наверное, наверх надо отсюда идти. А может, мне вообще... А, там еще какая-то лестница. Не, по-моему, туда же. Надо посмотреть, какая моя вообще задача. Я забыл, на. Задание. Найти карточку от купола радара. Задание не выполнено. Внедрить вирус в терминал купола радара. Охранять зону эвакуации. Блять, надо карточку где-то найти, ебаную. А где она может быть-то, блять? Карточка, карточка. А хуй знает. Я не знаю, где она может быть. Давай тут посмотрим еще разок на втором этаже, глянем, может, там что упустили. А хуй, тут нет нихуя. По карте куда там, что? Карты не особо, блять, а тут подожди, тут еще этаж ниже есть, нихуя себе. Или показать. Не, есть, смотри. А-а-а, ну все. Ну и че? Оно нихуя не взаимодействует. Нет? Нет, нет, нет. А смысл от этого помещения какой тогда? Ну, от него толку нету, да. Наверное, сюда надо эти вирус, наверное, вносить. А карточка-то хуй. Вот в чем вопрос. И что делать в таком случае, ребятишки, а? Больше, наверное, никаких локаций тут нету, куда податься-то, блядь. Ну, а может, и есть, кстати. Не, вроде нихуя больше. Горы только одни, блядь. Ой, блядь, где же эта карточка, сука? Да хуй, откуда нам в казарме будет, я тебя умоляю, блядь. Да может быть, надо посмотреть. Еще раз. Бля, получается, придется шерстить там опять, ёбаный в рот, ну чё за хуйня? Поднимется он на город хоть. Да, эмпоха поднимается. Бля, хуй узнает. То ли на паузу поставить, чтобы у вас время не отнимать. Да, поставлю на паузу, потом возобновлю. Вот она, ёб твою мать, лежит, вот она, блядь, всё, забрал её. Вот в этом здании ебаном, блядь. На базе, где сирена эта, блядь, воет. Нашел я ее. Ну, недолго искал, минут 5 где-то искал, наверное. Ну, одно задание сделали, хуй с ней, нормально. Теперь надо в купол тут залезть, да? Теперь купол откроется или что? Я так и не понял. Какая моя дальнейшая задача-то? Выполнено. Внедрить вирус, стремя охранять зону эвакуации. А хуй знает. Ну, не знаю, посмотри, что купол откроется, нет? Вон, в этом здании лежит. Вон. Не в этом, а в дальнем, по-моему. Или в этом, хуй знает. Короче, вон там, по-моему, да, вон там, где я прицел навел, там лежит карточка. Ну, видишь, не я бегал и хуй посмотрел даже. Я задание не прочекал. Если бы я знал, что карточку нужно найти, я бы сразу нашел.
Да ладно, карточка есть, все нормально. Блять, тут надо аккуратнее быть, могут челики были. Вроде никого тут и нету, блядь. Это наш или нет? Так я там всех убил, хули, от кого там охранять? Подкрепления нету, по идее, да. Может, мне правда просто эвакуировать, сейчас лоханусь, меня там завалят, откуда-то возьмутся они, блядь. Или нет? Не, все путем. Все сделано четко, блядь. Все как положено.